На встрече обсудили состояние науки в регионе, перспективные разработки курских ученых, планы на этот год. Соловьиному краю есть чем гордиться. Курский ученый Денис Лагунов принимал участие в разработке вакцины от коронавируса. Есть успехи в других сферах. И мы гордимся выпускниками наших вузов, которые привносят достаточно большое количество новых и нанотехнологий для развития не только региона, страны и мира в целом.